Так, мы приехали. Это что за станция? Вокзал Southern Station, Южный вокзал. Южный вокзал? Да. Как? Самый большой вокзал в мире. Короче, то есть я сегодня был в самом большом аэропорту, да? Здание, терминал аэропорта. Да, самый большой, короче. И сейчас мы приехали на самый большой вокзал в мире? Реально? В мире, два вокзала. Это второй пересечение, а первый на другой станции. То есть вы поняли, два, да? Два выбора Гуанчжоу. Офигеть, да? Смотрите, сейчас я вам покажу круговое селфи. Смотрите, вот так выглядит. Смотри, это все вот эта территория вокзала, что ли? Нет, это метро. Это мой метро, друзья. То есть это мой метро? Вокзал ты сейчас увидишь. Вокзал мы сейчас увидим. Да, так. Слушайте, прикольная станция, конечно. Так, а здесь что, надо что, прикладывать? Свой жетончик. Жетончик. Так, друзья, минутка вашего времени, я переключусь на другую камеру. Так, я достал жетон. Олег у меня забрал чемодан. Так, куда? Опускать ее или что? Так, опускаем и погнали. Вот это да. Слушайте, какая позитивная станция, желтенькая такая, а? Класс. Ну, первый этаж вокзала не очень впечатляющий. Да, слушай. Второй ты видишь, вот, Гонконг. Да, кстати, мы еще едем в Гонконг. Вообще класс. Послезавтра это 9 числа. 9-го... Что там у нас сегодня? 9 марта. 9 марта. Ого. Вот это что, вокзал? Да. Ух ты. Ну да, так еще круче, там еще выше. Слушай, симпатично. Нам нужно сейчас. Давай, разбирайся. Давай отойдем чисто. Давай. Я хоть местный, но я... Да, я понимаю. Великий блогер скоро станет. Я его раскручу, сделаю ему YouTube-канал. Будет все интересно про Китай рассказывать. Слушайте, ну да, большой вокзальчик такой. Слушай, а что это полицейские машинки вот эти? Это что? Чисто патруль, да, такой? Как интересно-то. Слушайте, без вот такого экскурсовода, я думаю, что... Если ты приезжаешь сюда, ты реально заблудишься. Ну, во-первых, не знаешь, куда идти. Чё? Внутри лампочки, короче, сейчас смотри. Где? Смотри. Сейчас, секунду. Давай. Ничего себе. Это просто полотно, и сзади лампочки программируются. Ага. Ничего себе реклама. Ну да, кстати, у нас такой точно нет. Это уже старая фигня? Вот такая же, есть такая. Слушайте, ну да. Просто для... тент, он натянутый, просто мягкий. Он мягкий? Да, с одним лампочкой. Офигеть, точно, ребята, он мягкий. Прикол. Все просто, лампочки не программируются. Обалдеть, ничего себе. Так, погнали дальше. Слушай, интересно, а китайская стена... Ты был, кстати, где китайская стена? На севере далеко, там не было. Да? Не был? Это где Пекин, туда. Это самый юг Китая. Да? Слушай, а этот, как его, а остров, как он называется? Хайнань, да? Хайнань рядом. Если рядом Тайвань... Обалдеть. Вот это рекламка. Вот это да. Друзья, она, конечно, очень огромная. Вам, конечно, она не передается, но я вам хочу сказать, что это прям машина. Там, понимаешь, наверх, самый верх. Так. Там огромный стеклянный купол большой. Здесь не видно. Ага. Еще выше этого. Это огромный вокзал, это самый. Ну, да. Давай, потом поднимаешься еще раз. Офигеть. Сейчас, подожди, дай-ка я сниму, подожди. О, Магда! Кстати, а как здесь Макдак по сравнению с... Другое, там что-то есть интересное, да? Что-то. Здесь, короче, на вокзале 4 Старбакса, 4 Макдональдса на вокзале. Офигеть. 4, по-моему, KFC. Ага. Ну, 2 внизу, 2 наверху. Все, я понял. Слушай, а может что-нибудь там взять? Ну, мы сейчас доедем сейчас. Да? Давай, все, давай. Здесь меню урезанное, и цены выше, чем других Макдональдсов. Это вокзал. No. Короче, нам пытаются уже впарить такси. Короче, нас пытаются увезти на такси. Спасибо. Спасибо.
пытаются нас разыскивать. Короче, да, нас уже пытаются тут нагреть и увести в неизвестном направлении. Слушайте, смотрите, масштабно, ну реально очень крутой большой вокзал. Мама мия. Олег, слушай, ты прав, это так масштабно. Ты не видел второй этаж. Да? Ты поймешь, что это весь масштаб. Да. Слушайте, ну это уже впечатляет, если честно. Это второй по величине, есть еще больше, но на другой станции. Да? В этом году открыли. Слушай, ничего себе, а когда они это успевают все строить? Все, да. Так быстро. Здесь только скоростные поезда, которые летают. Это которые 300 да, километров да, в час? Да, здесь только такие, обычных поездов здесь нет. А, подожди, а обычные это ты сколько имеешь в виду? Которые как в России, такие среднестатистические. А, 60-70 километров в час, да? Ну, они там, сколько там, 80. А здесь сразу 300 и выше. 300 и выше? Ну, есть самые медленные, это 150, такие пустые, а так 350. Офигеть. Друзья, вы слышали, да? 350 километров в час. Кстати, смотрите, я иду, спокойно снимаю, никто ничего не говорит, всем пофигу. Ух, ничего себе, здесь это строят. Да, стройки сейчас, кстати, метро строят еще одну, эту самую линию. Ё-моё. Там стройки тоже. Да. Мы правильно идем? Да. Мы могли под землей пройти, а мы решили ехать покурить. А, ну да. Она была вторая станция. А, то есть мы на вторую станцию переходим, да? Да, здесь. Это уже метро Фошани. Какое метро? Город Фошани. Там город Зоу, это Фошани. А, то есть мы будем... Там города здесь соединились. А, ничего себе. Интересно, интересненько. Короче, два города соединяет станции метрополитена. Ух ты! Ну-ка, да я сниму. Это маленькая часть. Ничего себе, ну да. Смотрите, кругом зелень. Да, вот такой вот вокзал. Ну что, друзья, я останавливаю это видео. И Олежка у нас сейчас докурит. Ну а мы, собственно, двигаемся на следующую станцию. Красная, ё-моё, Олежка, мой любимый красный цвет. Боже мой, я чувствую себя как в своей тарелке. Вот так вот. Слушай, я знаешь, что заметил? Что китайцы любят смотреть в камеру и постоянно махать, что ты снимаешь. Они кого говорят. Да. Короче, все, друзья, мы погнали. Кстати, вот видите. Четыре линии соединяются. Ага. 2, Гуанчжоу, 2, 7 и 22. Ага, да, вижу. Вот, друзья, смотрите, если кому интересно. Вот. Поближе. А ты не помнишь, сколько здесь станций вообще? Не помнишь, я помню. 400, 300 сейчас. Не, ой, извини, не станция, а линий. Сколько здесь линий? Короче, много, да? Не помню точно. Ну, короче, много, ладно, бог с ним. Короче, друзья. Да. Очень много. Так, все, Ваденька, заканчиваю репортаж, мы погнали. Кстати, вот я говорю, вот я люблю красный цвет, моя любимая красная станция. Все, давайте, погнали. В прошлом году. В этом году открыли? Нет, в прошлом. Только начался. Так. Новые линии. И третья линия будет, в принципе. Мы на третьей живем. Короче, друзья, это новая линия метрополитена. Смотрите, даже сотрудник до сих пор у них стоит в маске. Вот это да. Ну что ж. Пойдем. Я все-таки не сдержался, поэтому я записываю видео. Опа, народу мало, сейчас пик нет. Да, народу мало. Так что я приостанавливаюсь, здесь еще один досмотр.